Русские драматические традиционно порадуют. В 91-м театральном сезоне ожидается 5 премьер. Откроется год шоу-спектаклем «Сказка странствий», где удивят всех от мала до велика. Семейное зрелище с яркой сценографией, обилием пластики и, конечно, не отпускающей драматической составляющей. В работе была задействована вся труппа. Там делают просто невероятные вещи. Они там, это там и цирк, и пластика, и хореография, и драматическое искусство. В общем, там все перемешано. От артистов просто потребовалось невероятного включения всех своих сил, да, вот, для того, чтобы в этом спектакле сыграть. Затем 15 и 16 ноября премьера спектакля «Наводнение» по мотивам рассказа Евгения Замятина. Режиссером и художником выступит сам Сергей Левицкий. Далее традиционная ночь в театре в день рождения театра 22 декабря и новогодняя сказка. И 24 декабря у нас стартует новогодняя кампания с сказкой «Снежная королева». Поставит ее режиссер, приглашенный, его зовут Владимир Яковлевич Коломак. Вот он приедет со своей командой художников. В марте московский режиссер Иван Комаров поставит Евгения Онегина. А завершится сезон постановкой пьесы Мартина Макдонаха «Калека» с острова Инишман. Поставит ее питерский режиссер Антон Коваленко. Но не только приезжие артисты будут радовать зрителя. Худрук поделился, что труппа пополнилась двумя штатными актерами и известным в театральном мире режиссером Петром Незлученко из Серова. Двери театра распахнутся для созерцателей уже 28 сентября. Мария Кравцова, Сергей Устинов. Новости дня.